Короче, ребята, всем привет, с вами Смоулев, я Николаевич, и сегодня, ребята, мы посмотрим реакцию на две реакции Скибиди Колика, 53-я серия и 54-я. Да, ребята, 54-я, сейчас кое-что вышло, вот посмотрим, ребята, может там что-то найдем, вот пасхалки какие-то, вот. Перед этим видео, ребята, называйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, лайки, делитесь видео своим друзьям и родственникам, подписывайтесь, делитесь видео, а самое главное, ребята, подписывайтесь на мой канал, чтобы была кнопка не красная, а серая. Вот, если вы подписаны, то отлично, ребята, вот. Желаю приятного аппетита, приятного чаепития, сегодня будет очень крутые серии, посмотрим, вот. А я, ребята, вам желаю приятного просмотра, а мы, ребята, начинаем, погнали смотреть реакцию. Короче, ребята, погнали, давайте смотреть Скибиди Колика 53-я. Теперь, ребята, вот, что, ребята, я сейчас, давайте первое смотреть будем. Тут появляется гигант камерамен, вы знаете, гигант камерамен. Нас Ванкус, герой Ванкус, да, ребята, если вы помните, там какой серии, там где бензопила был, Ванкус был, теперь он вообще в серии появляется. Посмотрите, тут все вернулись, персонажи наши. Ой, тут появился какой-то новый Скибиди Колик. Он летающий Ванкус. Да, кайфово, я обожаю это смотреть. Как Ванкус летает. Да. Да. Он просто улетел. Он как? Капец. Это что за оружие? Короче, ребята, давайте еще начало смотреть, ребята, вот, посмотрели, ребята, что мы первое видим? Эко, кошка наши, пацаны, зачищают наш город от Скибиди Колика, чтобы он полностью наш город был, камерменов и людей, а не Скибиди Колика. Посмотрите, я самое сейчас заметил, как никто не играет Скибиди Колика, если вы знаете, там, эко, какие-то серии, там, Скибиди Гоб-Гоб-Я-Бья-Бья, как никто не играет. Видите, никто не играет. Как появляется гигант камерамена, может, что такое вообще разрушает. Нахер, нахер. Как никто Скибиди Колика не играет. Если это сейчас появится новый, то он тоже не играет. Смотрите, камерамена. Шкойка какое. Вот, он даже ничего не играет. У него пушка. Это, а к чему это кому? Он даже Скибиди Колика не играет. Песню свою. Так, мою. Нахер, молок. Блин, значит, ты уклонился, конечно, пацан. И он улетает и телепортируется, вы посмотрите, он просто за секунду просто телепортируется. Смотрите. Телепортируется за секунду. Хорошо. И куб появляет новое оружие от камерменов. Эко что за пушка? Вы посмотрите, я как понял, в следующей серии я как понял, они хотят с этой пушкой, вы знаете, какая маленькая пушка была, которая там, как хотел спасти паразита, вы помните, Спикермена, вы знаете, Спикермена захватил паразит, вот. Вот как вот, и поэтому он, не за нас, а за этих, за Скибиди Колика, я как понял, эта пушка идеально подойдет, если там будет какой-то, там, как, Джимен, какой ему, ему вообще не будет ничего, я как понял. Ему сразу можно улететь, там, как этой пушке. Вы посмотрите, какая она здоровенная. И там сидят два ученого. Кайф. Вот как кайф. Хорошо. И давай поставьте лайк. И там посмотрите, там еще какая-то пушка едет. Что какое? Это что, из России, что ли, они взяли? Скопировали? Подождите. Я какую-то пушку видел. Подождите. Нет, не буду, нет, я знаю эту пушку. И бака, и самое главное, посмотрите, сколько написано. Типа, я просто полностью не вижу, пока заклика. Давайте посмотрим, мой черт. Блин, я не вижу. Ладно, мой капа. Вот. Блин, ладно, короче, ладно, вот как вот, ребята, вот получилось. Вот какое, вот. И давайте, ребята, мы сейчас посмотрим еще одну серию Скибиди Колика.
И Бяка Эко в 54-я серия. И Бяка, давайте смотреть. Ну, смотрим. Так, тут... На! Не, погодите, вы посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Он просто уникал, здесь есть какой типа. Ты чё? А я не играть тут. А мы тут сражаемся, ты тут сидишь. И тут появляется лекающий тебе туалет. Он берёт какое-то новое оружие, вы посмотрите. Нахи, и он просто как будто замораживает. У него глаза двигаются. Он какой, давай поговорим, давай поговорим. Да, давай, хорошо, Ибрага, молодец. Давай поговорим, ну, не переживай, я тебя убил, хорошо. И смыл. Капец. Беги, паук. Стреляет нас. Что-то позже действует. Капец. О! Лекаю, который, как его там, если вы знаете, там, какой-то серии был электрический Скибиги Коллег, он пришел за нами. Фу, сколько эко из серии, я пока у тебя не знаю, что делать. Как появился, как его там, Вумен, и как там, КВ Вумен, вроде эко, девочка, короче, как понял. 49-й серии, вроде, была, и серия потом. Чё она делает? Гаек лекающий электрический. Всё, он убил. Она убила, короче. Рагуйка. Обалдеть, какое оружие. Я не приискал его, удивлявка, ребята, если что. Лайк. Бяка за эко поскапит лайки, ребята, поскажу ему. Мне будет приятно, ребята, и ему приятно поскапит лайки, ребята. Вот, просто реально поскапит. Он бежит к ней, типа как обнять, но она пока ищет чайка. Ой, бедный чел, бедный чел. Хотел продолжить, никому не получил. Он просто какой типа, блин, что мне не получилось. Почему рожко мне как все, я сражаю как Гога. Она меня обнять не хочет, просто исчезла. Нет. Ой. Смотрите, он просто бежит. Он бежит такой типа, я, почему меня никто не обнял? Ой, чё, бедный. Ладно, хорошо. Короче, ребята, ладно, давайте мы это видео закончим. Вот какое видео получилось, давайте ставить лайки. Подписываться на мой канал. Давайте глядите вашими глазами, родственниками. И всем пока-пока.